Здравствуйте. Рубрика «Перекус доедания». Кто-то ножку откусил. Короче, вот эти ноги почему-то, они все ноги ногам. Они вкусные такие. Они почему-то сочные. То ли они толстенькие, жирненькие. А у меня там они не такие. Вкус тоже, но суховато. Эти вкуснее. Намного. Я помыла помидорку. Если не помыть хотя бы одну помидорку и съесть ее, считайте, что у вас уже глисты. Значит, вы уже глисталиком стали. Я всех своих дома приучила мыть руки. У нас такое, это, текучка воды по счетчику. Очень много тратится воды. Кто-то не доел. А кому доедать-то? Когда-нибудь кто-нибудь трогал, когда-нибудь разбирал, посмотреть, что там внутри. Вдруг там кто-нибудь сидит. А вы идите. Надо проверять. Сейчас жизнь такая. Мало ли что подложить могут. Я ничего толком не ела. Когда на нас съедаешь чем-нибудь или киви, похудеть можно. Очень вкусненько. Он прям тает. Ананас. О, аж кисленько все. Будьте добрее.